Сегодня на онлайн-площадке «Наше Зарайское лето» проходит день ГИБДД, и мы проведем мастер-класс по конструированию автомобиля госавтоинспекции из Лего. Для начала мы соберем все 4 колеса. Наши колеса готовы, теперь можно их прикрепить к мостам. В свою очередь, мосты прикрепляем к серой балке по краям. Чтобы детали не разъединялись, нужно их зафиксировать. С обратной стороны мы используем синие квадратики и фиксируем белыми балками. Двумя белыми пластинами мы конструируем днище автомобиля. С помощью двух трапециевидных деталей разной величины мы конструируем капот и багажник автомобиля. С помощью серых деталей мы конструируем крылья автомобиля. С помощью синих деталей мы формируем кузов автомобиля и двери. Сразу прикрепим руль и сиденье. С помощью прозрачных деталей трапециевидной формы мы конструируем переднее и заднее стекло. А с помощью прозрачных деталей прямоугольной формы мы конструируем боковые стекла. Пустое пространство между стеклами мы заполняем белыми деталями. Это будет рама кузова. Соединяем белые рамы кузова с крышей автомобиля. Крыше мы крепим проблесковые маячки синего и красного цвета. С помощью двух белых деталей заполняем носовую часть автомобиля и конструируем передние фары.
теперь можно конструировать задние фары. Все колеса вращаются, детали крепко соединены, и наш автомобиль готов. Спасибо за внимание, и я желаю вам удачи!